Всем привет, дорогие зрители! Нашел 2 плюс 1. Красный, синий, зеленый, цветной, такой хорошенький. С ручными изделиями. Квартира после европейца. Картинки, мартинки. Итак, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Я сейчас снимаю с гостиной комнату, которая почти совмещена с кухней. Телевизор тут у нас Samsung. Просторная. Так. Бытовая техника здесь. No Frost какой-то холодильник. Archilic стиральная машинка. Мраморная столешница, зданию где-то 20 лет, 21 лет между ними. Есть лифт, бассейн. Да, видите, даже здесь нарисовали картинку. Вот бассейн. Хорошая управляющая компания. Там беседка, зона барбекю. Расстояние отсюда до моря 380 метров максимум. Пардон. Так, первый большой балкон. Там у нас античный город Наула. Сторона юго-западная. Вот там море. Итак, дорогие зрители, цена 81 500 евро, айдат 150 лир. Че? Вот, прихожая. Большая прихожая. Первая спальня. Тут как минимум 14-15 квадратных метров. Большая. Встроенный шкаф. Кондиционер фирмы Archilic. Это ручное изделие, да, он некий. Угу. Один санузел. Стоит накопительная система фирмы Archilic. Бойлер, комби. Этаж пятый, самый крайний. Вторая спальня. Та была хозяйская, это дополнительная. Сундук у нас тоже ручное изделие, но его заберет хозяин. Так, вот здесь 10 квадратных метров, плюс-минус. Второй балкон. Это улица Ататюрка. Вот. Тут сторона восточная. Вот античный город Наула. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Спускаюсь я вниз. Итак, выходим из дверей. Лифт у нас в этой стороне. Вместимость 3 человек. Вот здесь ступеньки, нужно подниматься. Бассейн и здесь зона барбекю. Парковочные места. А там улица Барбаросса перед этим зданием.